Господа, у вас осталось 3 минуты. Через 3 минуты викторина заканчивается. Уже 375 миллионов. Ну давайте же, еще, еще, еще. Вы что думаете, идиоты? У нас расходы колоссальные. На следующей неделе я заплачу 35 журналистам, чтобы они закрыли рот на наш счет. Ну что вы вылупились, болваны? Ведь у нас еще информационные расходы огромнейшие. А 65% денег идут мне, человеку, который с вами разговаривает. Мне ведь еще нужно достроить бассейн. А, ну вот наш лохотрон и закончился. И вот у нас получилось 375 миллионов 790 тысяч 865 франков. Неплохо. Могло быть и лучше, но и так неплохо. А вот и месье Папа-Пот, который пришел вас поздравить. Спасибо! 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 Спасибо всем! Спасибо за эту телевикторину месье Баратану. Мы ему полностью доверяем. И я могу вас здесь 100% заверить в том, что наши действия абсолютно прозрачны. И публика может быть уверена, что ее деньги пойдут туда, куда они и должны пойти. Не так ли, месье Баратан? Именно, месье Папа-Пот. Вам 10%. Рекламу! Пускайте рекламу! Я вам обещаю, что через 2 года мы снова встретимся с вами. И уже в следующий раз, возможно, у нас будут точные данные, куда пошли деньги, месье Баратан? А? Да-да, через 2 года, возможно, у нас будет небольшой результатик, который мы сможем показать перед камерами, дать в эфир. Но, к сожалению, нам нужно еще больше денег на райскую жизнь. И не волнуйся, лет на 10 или даже 20 нам-то с тобой хватит. Построим себе виллы, бассейны и не только, а пока нам не хватает. Поэтому главное, чтобы вы давали деньги. Давайте! Прикольно так, да? Итак, месье Робер, какой ваш план насчет рабочих мест? Я и моя партия считаем, что необходимо создавать рабочие места. Создавать и создавать рабочие места. Да мне плевать на рабочие места, мне нужно улучшать статистику, и чтобы безработные успокоились до следующих выборов. А у меня есть идея, я знаю, как увеличить рабочие места. Да? Как? Это очень простая идея, никакого риска, и мы это будем делать первое. И недорого? Совершенно бесплатно. Нет, и все это делают? Абсолютно. И даже безработные? Да особенно они, для этого не требуется никакой квалификации. Это простое занятие, а статистика у нас получится поразительная. Что же это? Дерьмоед. Дармоед? Да. Дармоед? Да. А ведь и правда, это абсолютно бесплатно. И все это делают. Это точно, особенно безработные, у них уже и привычка есть. Да, но вопрос, а зачем это нужно? Не зачем. Как это? Зачем искать причину, если это просто для улучшения статистики? Что? Так зачем это нужно, если статистика-то улучшается? Да, действительно. Я уже вижу рекламную кампанию. Предоставляется профессия дерьмоед. Мы сфотографируем какого-нибудь дерьмоеда, это куча дерьма, придумаем какой-нибудь слоган, а потом еще скажем людям, что их налоги пошли на борьбу с безработицей. Это гениально. Ну ведь нельзя же придумать профессии, чтобы они все для чего-то служили. Вести уж спредел. Один тип на митинге сказал, что если бы люди начали строить собственные дома, у нас у всех была бы работа еще на 500 лет. Вот придурок. Они просто сошли с ума. Для коммунальной службы вообще ничего будет делать. Мы же не можем менять все общество ради такой глупости. Да в том-то и дело. И потом, вопрос о том, чтобы это было всем полезно. Катастрофа! На помощь! На помощь! Нет, ничего не надо менять! Дармоед, это просто замечательно! Ну, безработные! На работу! Что это за бред? Остановись! Заткнуть их немедленно!